Привет всем! Вы в гостях у Гульнас Салями. Из названия вы уже поняли, что у меня будет обзор покупок из магазина Fix Price. Вот такой вот этот товар я себе приобрела сегодня. И всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Купила вот такой вот кондиционер для белья, нежное прикосновение, больше ароматов в течение нескольких дней с аромакапсулами. Это не новиночка, но все же очень хороший кондиционер. Я его повторяю уже где-то третий раз, он мне очень нравится. Тут 1,5 литра, и в основном я всегда, не в основном, а всегда брала Ленор, и он ничем не хуже Ленора. Всем его советую, очень-очень хороший. Так, из новиночек давайте. Вот такая вот расческа для волос. Цена у него была 99 рублей. У кондиционера тоже цена 99 рублей. Достала из упаковки и посмотрите, какие у нее зубчики. Они идеально ровные, без никаких вот тут вот вкраплений. Все чисто. То есть волосы у вас не будут зацепляться. Посмотрите, у них длина зубчиков разная. В общем, всем советую. И еще такая расческа, это подкос под дорогую фирму. Не помню, как назывались те расчески, но они, я смотрела их на сайте, цена у них в районе 3000, но если вам повезет, вы найдете их со скидкой 1500, а тут всего лишь за 99 рублей. Очень классная расческа. Всем ее советую. Дальше приобрела себе вот такую вот мельницу для специй. Цена 99 рублей. Давно ее хотела себе взять, но в Ашанах и в Ленте она стоила дороговато. И наконец-то я ее дождалась в фикс прайсе и купила. Сюда мы ложим наши специи, закручивая. И вот она сама мельница потом. Так, эту часть открываем и вот так крошим себе специи. Вот. И я надеюсь, что она будет хорошо измельчать, так как я тоже до этого, ну, года 3-4 назад покупала себе мельницу, но она очень крупно мельчила, что она мне не понравилась, я ее выкинула. Ну, я потом вам вставлю, конечно, сюда кадр, как она будет молоть, и вы все сами увидите. Дальше. Так, купила себе, не себе, а своему коту вот такой вот ошейник, биоошейник Доктор Зо. Цена у него 55 рублей. Так, для кошек и мелких собак, цвет красный, 35 сантиметров, там цвета были зеленые и красные, я решила выбрать красный, против блох и клещей. Ну, ошейник как ошейник. Я до этого покупала себе своему пиратику ошейник, он у меня проходил где-то месяц, но потом он пришел домой без ошейника. Сам он снять не мог, видать, кто-то снял. Так. Купила вот такой силит бэнк, ни разу еще не покупала, цена была у него 77 рублей. Обычно я там брала другие, которые вот шарики, как их там, блэф, по-моему, они там тоже были, тоже цена у них 77 рублей, но решила вот взять такую, попробовать. Дальше из новинок взяла и себе, и своей семье. Ну, я живу в частном доме, и я думаю, этот фонарик, он пригодится везде, и даже в машине. Цена у него была 99 рублей. Тут он на батарейках, но батареек тут нету. Три пальчиковые батарейки.
И даже сейчас я их вставлю и посмотрим. Я вставила батарейки. Так, вот, при нажатии, значит, вот он свет, и он яркий. Дальше выключаем, и при втором нажатии вот такой вот свет. И получается, и здесь одновременно не горит. Все горит отдельно. Посмотрите. Цена очень хорошая. Всем советую. Я думаю, такой фонарик в специализированных магазинах где-то будет, ну, дороже стоить за 99 рублей. Такую цену, я думаю, больше нигде не найдете, как фикс прайс. Ну и естественно взяла батарейки. Тут АА 1,5 ватт или вольт, я даже не знаю. Я даже не знаю, что это АА обозначает. Цена у них была 55 рублей. Тут их 10 штук. Ну так как и к фонарику взяла. Ну и думаю, они мне так пригодятся. С ними ничего не станет при хранении. Из новинок увидела вот такие вот хозяйственные перчатки. Тут их 10 штук. Цена у них 55 рублей, как вы видите. И я думаю, в хозяйстве они тоже мне пригодятся. Достала я одну перчатку. Такой вот обычный размер. Пальцы у меня похожи на медицинские. Но это не медицинские, а хозяйственные написано. Вот. Очень удобные. Ни большие, ни маленькие. То есть в самый раз. Увидела также, не знаю, давно это продается или не так давно. Для меня это новинка. Купила, значит, антимоль эффект от Моли. Тут 100 грамм на большой шкаф с запахом лаванды. Действие 6 месяцев. А самих таблеток, интересно, сколько? Так, давайте так посчитаем. Вот не написано. 2, 4, 6. 6 таблеточек получается. Как раз у нас сейчас осень. Мы убираем какие-то вещи на хранение. Но обычно это убирают перед летом. Ну да ладно. Я думаю, тоже пригодится, особенно мне. Но лишним никогда не будет. Для кухни приобрела салфетки. Как всегда, я к ним неравнодушна. Вот такие вот салфетки. Тут три штуки. Салфетка махровая 30 на 30. Они мне очень нравятся. Приятные на ощупь. Я не скажу, что они тоненькие, но и не толстые. С ними очень приятно работать, протирать пыль. Ну, вообще очень классные. Так, состав. Состав здесь. Состав 80% хлопка, 20% полиэстер. Ну, очень приятные. Синтетики вообще не чувствуются. И последнее, что я вам хочу показать. Взяла себе вот такие вот наволочки на подушку. Вот у них вот так вот они выглядят. И с другой стороны обычные. Так, взяла их себе две штуки, так как у меня внизу на диване подушки две штуки. Так, наволочка декоративная 40 на 40. Состав 100% полиэстер.
делает Московская область. Нет, производитель Китай. Они на молнии. Молния хорошо работает. Ну, прошито, я скажу, что хорошо. Торчат нитки, но для меня это не так ущербно. В общем, вот такие вот две салфетки. Ой, салфетки, говорю, наволочки. И вот эта сторона, если чувствуется синтетика, то эта сторона нет. Очень приятная к телу. Ну и вот, цену не сказала. Цена 99 рублей. На этом хочу закончить свой обзор. Всем, кто досмотрел это видео, всем большое спасибо. Кому понравилось, ставьте пальчик вверх. Кому не понравилось, пальчик вниз. Пишите мне комментарии, хорошие, плохие. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе. Всем пока-пока.